Здравствуйте! В эфире программа «Погостим», и мы ее ведущие – Таня Сычкова и Татьяна Каурова. За прошедший месяц нам удалось заглянуть в самые отдаленные уголки планеты. Погреться и позагорать под тропическим солнышком. Попробовать гостинцы из ближнего зарубежья. И все это, не покидая пределы города. Итак, о самом интересном и красивом, о самом полезном и качественном в нашем городе расскажем прямо сейчас. Сегодня в программе. Вы все еще завариваете кофе обычным способом? Тогда вам сюда. Оригинальные методы приготовления этого напитка представит кофейня «Кофетюр». Страна вечной молодости. Миф или реальность? Ответ на этот и другие вопросы о женской привлекательности узнаем в Институте загара и красоты «Ямайка». Пюре из банки или из свежих фруктов и овощей? В какой ложке здоровья для крошки? Специальное расследование вместе с компанией «Детка». В гостях хорошо, а в Сочи как дома. Ароматно, вкусно, сочно. Курортный отдых без выезда из Брянска в ресторанно-гостиничном комплексе «Сочи». По-прежнему думаете, что ремонт невозможно закончить? Создать стильный интерьер и сохранить нервные клетки помогут в салоне «Империя декора». Мне вчера так много комплиментов наговорили. Хорошо быть молодой и красивой. Самое важное – оставаться такой на долгие годы. Жаль, что нет универсального средства. Универсального нет, но я знаю, что для молодости нужны антиоксиданты. Ну да, черника, артишоки, апельсины. А знаешь ли ты, что пар, поднимающийся от горячего кофе, содержит антиоксиданты в количестве аналогичным трем апельсинам? Значит, достаточно просто вдыхать ароматы кофе? Не все так просто. Главное – этот кофе правильно сварить. Научишь меня? Не я. В способах заваривания нам помогут разобраться профессионалы. В Брянске не так много мест, где можно познакомиться с хорошим кофе, то есть понять и почувствовать все нюансы и краски этого удивительного напитка. Не нарушая традиции, мы отправились в одну из кофеен «Кофетюр». Здесь работают люди, по-настоящему увлеченные своим делом. А влюбить нас в кофе, а также провести мастер-класс по альтернативным способам его заваривания, согласился настоящий кофейный мастер Михаил Янченко. Михаил показал нам способ заваривания кофе в кемиксе. Это специальный сосуд, напоминающий песочные часы. В верхнюю часть его вставляют специальный фильтр, куда всыпается молотый кофе. Горячая вода вливается сверху с определенной скоростью и проходит через кофе. При использовании такого метода кофе сравнительно долго контактирует с кислородом, что позволяет раскрыть его вкус. Узнали мы и про такую систему, как аэропресс. Базовой идеей при создании устройства стал шприц, к которому добавили перфорированную пластиковую крышку с одноразовым бумажным фильтром. Горячую воду перемешивают с кофе в течение 10 секунд и настаивают около минуты. Затем эта смесь продавливается через тонкую фильтровальную бумагу прямо в чашку. Вкус окончательного напитка получается гладким и почти сладким. Это неприхотливое устройство легко взять с собой в дорогу из-за компактного размера и малого веса. Я не мог не познакомить вас с самым, наверное, известным сейчас и самым популярным способом. Это пуровер, наливать сверху. Я буду использовать обычную вроде воронку, ну, японского производства, харио. И в ней есть такие интересные маленькие насечки, которые позволяют не прилипать к фильтру, а быстрее проходить в воде. Пуровер – один из способов заваривания, который наиболее полно раскрывает все оттенки вкуса. В процессе приготовления кофе медленно по спирали проливают тоненькой струйкой воды, разогретой до 90-93 градусов в течение одной минуты. В этой несложной, но ответственной церемонии посчастливилось поучаствовать и нам. Наш занимательный мастер-класс привел к мысли, что приготовление кофе – это настоящее искусство. Так что совершенствоваться можно бесконечно. Главное – это делать под руководством настоящих профессионалов кофеен «Кофетюр», где, кстати, можно не только попробовать этот удивительный напиток. Зерновой кофе, производство самых разных стран, можно тоже приобрести здесь. Да, я поняла. Настоящий кофе, как первая любовь. Пока не испытаешь, не поймешь. Влюбиться в кофе очень просто. Оказывается, главное правильно уметь его приготовить. Технологии заполонили все вокруг. Скоро, чтобы стать моложе, будет достаточно просто этого пожелать. Зря иронизируешь. Желаниям свойственно сбываться. Главное – найти настоящего волшебника. И где же водятся эти настоящие волшебники? На Ямайке. Очень смешно. Ничего смешного. Современные технологии, представленные в Институте загара и красоты Ямайка, порой кажутся просто фантастическими. Я обязательно должна это увидеть.
Внешний вид – это то, на что женщины никогда не жалеют времени и денег. Стремление прекрасного пола выглядеть эффектно и свежо в любое время года постоянно стимулирует специалистов индустрии красоты. Количество инновационных процедур растет с каждым днем. О некоторых таких процедурах мы узнали в Институте загара и красоты Ямайка. Мы слышали, что в последнее время у вас появилось много интересных новинок. Посоветуйте нам что-нибудь особенное. Как вы относитесь к искусственному загару? А разве постоянно искусственный загар не беден для кожи? У нас есть аппарат, разрушающий все стереотипы искусственного света. Это колариум. Колариум способствует не только красивому ровному загару, но также омоложению кожи. Я хотела бы попробовать. А меня интересуют новые технологии в сфере парикмахерского искусства. А вы пробовали стрижку огнем? А это не вредно? Нет, наоборот, это очень полезно и очень интересно. Я согласна. Тогда приступим. Колариум в Ямайке – это своего рода машина времени, которая не только доставит вас прямо в лето, но и поможет стать моложе. Благодаря сочетанию двух видов ламп оттенок загара получается шоколадным. Специальные инновационные лампы излучают особый красный свет, способствующий естественной выработке коллагена и эластина в организме. Кстати, в результате такого воздействия разглаживаются морщины, исчезают веснушки и пигментные пятна, уменьшаются сосудистые звездочки и послеродовые растяжки. Уже после первого сеанса чувствуется разница. Кожа стала более увлажненной и подтянутой. Отличная процедура. Интересно, как там Танюшка? Стрижка огнем – относительно новое слово на рынке косметических процедур, несмотря на то, что таким способом пользовалась еще египетская царица Клеопатра. Это не стрижка в классическом понимании этого слова. И состоит процедура из трех этапов. Наносят специальное восстанавливающее средство и защитную термопропитку. Затем с помощью специального зажима обрабатывают волосы огнем и очищают. Эффект ошеломительный. Волосы живые, гладкие, блестящие. Мы остались очень довольны предложенными процедурами. Мы узнали, что здесь отличные мастера массажа и хорошие специалисты по маникюру и педикюру. Мы убедились, что в Институте загара и красоты Ямайка работают настоящие профессора своего дела. И кроме классических услуг салона красоты, здесь всегда найдется что-то интересное, чтобы сделать нас, женщин, еще моложе и красивее. Да, совершенству нет предела. Главное в погоне за совершенством не забывать и о простых процедурах. Например, употреблять витамины. Кстати, о витаминах. Я вчера была у друзей, и представляешь, вместо свежих овощей и фруктов они детей кормят готовыми пюре. У нас даже спор возник из-за этого. Ты знаешь, я своих детей тоже кормила баночными пюре. И могу тебе с уверенностью заявить, что далеко не всегда овощи и фрукты в свежем виде полезнее готового пюре. Да неужели? Не веришь? Давай сравним. Давай. Для осуществления нашего плана мы отправились в ближайший супермаркет и сразу разделились. Я отправилась за фруктами для приготовления пюре, а Таня занялась поисками качественного готового продукта. В наше время можно купить свежие овощи и фрукты в любое время года. Как известно, полезнее всего употреблять овощи и фрукты, которые растут на территории проживания человека. А потому я остановила свой выбор на яблоках. Они содержат целый комплекс витаминов А, В и С. Также в яблоках содержатся микроэлементы – железо, цинк и фосфор. Помимо всего прочего, в яблоках содержится клетчатка. Выбирая детское пюре, я, как советуют специалисты, обратила внимание на состав. Никаких консервантов, красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса быть не должно. В идеале детское пюре не должно содержать даже соли и сахара. Единственный консервант, который допускается – это аскорбиновая кислота. Ну все, по-моему, я нашла то, что искала. Фруктовое пюре «Детка». Все пюре белорусского производства соответствуют необходимым характеристикам. К тому же производитель имеет собственный фруктовый сад и сельхозугодья, поэтому отслеживает свою продукцию от сырья до прилавка. В своем стремлении доводить дело до конца мы решили пойти дальше и провести эксперимент с теми, для кого предназначено это самое пюре. Здравствуйте, проходите. А мы к вам за спинкой. Очень хорошо, мы вас ждали. Яблоки, которые транспортируют и долго хранят, обычно обрабатывают специальным парафином, поэтому их нужно тщательно мыть. Дальше я их почищу и аккуратно вытащу сердцевину.
Для получения пюре воспользуемся блендером. Для чистоты эксперимента выкладываем яблочное пюре «Детка» из баночки в такую же посуду, как и приготовленное пюре. Детям и то, и другое понравилось. А я выбирала, старалась, чистила, готовила, и по цене то же самое вышло. Более того, в стерильных промышленных условиях детского питания «Детка» в готовые баночки вряд ли попадут болезнетворные микробы. Ну, в общем, ты оказалась права. Сегодня я не только в корне изменила свое отношение к детскому питанию, но и обнаружила для себя новую марку «Детка». Совершенно не важно, кто прав, ведь главное – это здоровье. Каждой ложки здоровье для крошки! Таня, мне вчера подарили книгу традиционной грузинской кухни. Там такие красивые картинки блюд, что сразу захотелось попробовать настоящие хинкали или хачапури. А я грузинскую кухню первый раз пробовала в Сочи. Мне так понравилось, просто пальчики оближешь. Сочи, я бы не отказалась на несколько дней туда махнуть. Только работы много. Жаль, что нельзя оказаться в двух местах одновременно. Одновременно в двух местах, говоришь? Я, конечно, не волшебница, хотя будет тебе и Сочи, и настоящая грузинская кухня. Итак, Сочи. Ресторанно-гостиничный комплекс, уже одно название которого будоражит воображение. В голове всплывают картины солнечного пляжа и знойной южной ночи. На сердце становится легко. Можно расслабиться и не думать о повседневных проблемах. Сразу окунаешься в атмосферу радушия и гостеприимства. В банкетном зале можно собрать до 80 гостей. А для особых случаев есть еще и VIP-кабинки. Здесь все такое белоснежное, легкое, как морская пена. А тут ощущаешь магию черной сочинской ночи. В этой кабинке, как и в предыдущих, все соответствует одному цвету. В данном случае цвету любви и страсти. Это же грузинский Сочи. Как тут без любви? Такой же любовью и страстью пронизана и вся грузинская кухня этого ресторана. Сочно, ароматно, пряно, остро, аппетитно, вкусно. Мы гордимся тем, что в нашем ресторане вы можете попробовать настоящее блюдо грузинской кухни. Здесь мы можем вам предложить как традиционно грузинское блюдо хачапури и хинкали, так и другие сложные необычные блюда грузинской кухни. Между прочим, сырые колбасы, а также мясные деликатесы здесь тоже собственного производства. Впрочем, лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Специальное предложение от Сочи с 12 дня до 18:00 на все блюда ресторанного меню действует скидка 20%. А вечером для всех гостей звучит живая музыка, что является приятным дополнением к отдыху, как и хорошо оборудованный бильярдный зал на втором этаже ресторана. После такого угощения и развлекательной программы хочется отдохнуть. И это тоже можно. Для приезжих и желающих отдохнуть от серых будней и работы, как в настоящем курортном городе, в гостиничном комплексе Сочи найдется уютный номер на любой бюджет. 20 номеров различного уровня – эконом-класс, люкс и полулюкс. Таня, это был волшебный вечер. Я под таким впечатлением. У всех, кто побывал в Сочи, остается ощущение сказки. Таня, у тебя есть мечта? Да, я мечтаю жить в большом уютном доме, чтобы каждая комната была не похожа на другую. Точно. И чтобы он был создан по моему замыслу, моими руками. Я все-таки склонна обратиться к профессионалам. Только вот такие элементы, как фреска и лепнина, наверное, очень дорого обойдутся. Знаешь, в любом ремонте самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки. А вот как эти клетки сохранить и стильно дом обустроить, узнаем в «Империи декора».
Что бы вы ни предпочли, доверить работу дизайнерам или заниматься творчеством самостоятельно, осуществлению вашей мечты помогут в «Империи декора». До того момента, как ваше жилье станет похоже на картинку с обложки одного из модных журналов по дизайну, важно определиться с цветом, стилем, фактурой, декоративных материалов. В салоне «Империя декора» уже есть все для комплексного оформления интерьера. Это обои, оригинальные люстры, лепной декор, фрески, сюжетные панно, декоративные штукатурки и краски, которые идеально сочетаются между собой по дизайну и цвету. А качество материалов говорит само за себя. Это только проверенные бренды всемирно известных производителей из Америки и Европы. Создание уюта в доме или квартире – это интересная и творческая работа. Обои, их здесь более 10 тысяч видов из лучших дизайнерских коллекций, помогут сделать ваш интерьер интересным и неповторимым. Салон «Империя декора» откроет перед вами мир цветов, красок, узоров и орнаментов и поможет подобрать эксклюзивные обои для дома, квартиры и коттеджа. Текстильные, бумажные, виниловые, флизелиновые, шелковые, кожаные, из натуральных материалов, с бархатным покрытием, стеклярусом, фольгой и пробкой. Любые фактуры, принты, рисунки, которые обязательно подстегнут фантазию, открывая перед вами новые горизонты. Есть даже детские обои с различными персонажами из диснеевских мультфильмов или подростковые с надписями или граффити. Изменить или украсить свой интерьер можно и с помощью лепнины из пенополиуретана. Кстати, салон «Империя декора» – официальный представитель компании «Европласт», который является лидером российского рынка в производстве таких изделий. Легкая и удобная в хранении и долговечная в эксплуатации, эта лепнина не трескается, не деформируется и не боится влаги, поэтому ее можно использовать как во влажных помещениях, так и для фасадных работ. Эстетичность и многообразие расцветок и форм дают полную свободу творческой реализации. Создать неповторимый образ и стиль, внести яркий нюанс могут фрески. Фресками можно украшать фасады домов, интерьеры различной степени сложности. Достаточно лишь определиться с фактурой и изображением, размер может быть абсолютно любой. В каталогах нашего салона представлены фрески с различными сюжетами, от шедевров мировой классики до современного авангардного искусства. Салон «Империя декора» полностью подтверждает свое название. Количество декоративных материалов здесь дает безграничные возможности для создания гармоничного, стильного и комфортного пространства. Как для профессионала, так и для любителя здесь всегда предложат уютные условия сотрудничества и дружескую помощь. Неповторимость интерьера – его самое ценное украшение. Раздвигайте рамки дозволенного, нарушайте правила, ломайте стереотипы, чтобы гордиться своей индивидуальностью. Как ни печально нам с вами расставаться, но наш выпуск подошел к концу. У нас есть время, чтобы найти и рассказать вам обо всем самом интересном в нашем городе. Живите красиво, наслаждайтесь каждым днем, находите необычное в обычном и простое в сложном. Путешествуйте с программой «Погостим» и узнавайте, как совмещать приятное с полезным. Вместе с вами ходили в гости Таня Сычкова и Татьяна Каурова. До встречи. Пока-пока.